цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Смотрите, бархатный крэш-эффект материала, плюс еще и стрейч и такая элегантная вышивка. Все тренды в одном образе, в двоечке. Брюки и бомбер. Спортивный костюм в стиле спортшик, который элегантен, который даже с каблуком будет выглядеть всегда сексуально. Давайте сегодня станем теми самыми звездами, которых мы всегда смотрим по телевизору. Да, и тем более, что сегодня, мои дорогие, мы не против, Микола, мы обязательно будем этими звездами, тем более, что для своей звездности достаточно только выбрать правильный подобранный костюм, и этот эффект будет фурор производить и впечатление. Внимание! Цена распродажи сегодня за наш костюм снижена на 1400 рублей. И я правильно понимаю, Микола, что это не простая, это дизайнерская модель сегодняшнего дня? Да, здесь, безусловно, полностью идет дизайнер, плюс это бренд Benito Bini, бренд, который работает именно с лекалами для удаленных покупок. То есть эти бренд специально создают изделия для интернет-магазинов. Он полностью выверяет размерный ряд, поэтому ваша покупка будет 100% попадание. То есть никаких не 99%, не 80%, а прям ровно 100%. И, конечно же, все тренды, которые собраны в этом комплекте. Бархат, крэш-эффект, лампасы, золотые или серебряная фурнитура и, конечно же, вышивка и аппликация. Да, это сейчас обалденно. Самый тренд. Ой, слушай, мне так нравится бордовый цвет. Да, изысканный такой бордово-малиновый оттенок, да, у нас идет. Я бы выбрала для себя, наверное, его яркий. Или, допустим, даже вот такой, да, серый красивый цвет. Красивый классический серый цвет, да, он такой серо-бежевый. Изумруд. Да. Смотрите, как будто это снежная дымка такая. А ты знаешь, что мне нравится? Вот сейчас бордо мы видели, а изумруд, смотрите, сочетание изумруда, золота, вот этих, да, вот как павлиньих перьев. Да, это такая история Востока, восточной сказки. Очень красиво. Далее темно-синий цвет, настоящий сапфир. Да, классический такое сочетание, такое королевское, наверное, Антуанетта, и, конечно же, магический черный цвет. Хороший. Сочетание с золотом – это безусловный, конечно, эффект дает. Да, ну и самое-то главное, что сегодня вы получаете не просто бомбер, да, за 2799 рублей. Вы получаете целый костюм, то есть это и бомбер, и брюки, и это уже яркий, красивый отпуск. Вы собираетесь в отпуск, вы собираетесь куда-то на базу отдыха или в санаторий, вы любите нечто новенькое, тогда выбирайте это прямо сейчас. Действительно, новинка от бренда Benito Bini – обожают ее наши телезрители, поэтому цену смело можете делить пополам и добавлять бесплатно ее доставку. Слушай, 1399 рублей, таких цен вообще нет и не было. Да, еще за такой костюм. То есть я уже как минимум за кадром заберу несколько костюмов. Есть для кого их надо забрать, да. И, конечно же, размерный ряд мы выбираем, он достаточно широкий, у нас до 70-го. И мы выбираем именно размер в размер. Почему? Почему? Потому что бренд Benito Bini делает сдвоенные размеры, и, как я уже сказал, он работает именно на отдаленную покупку для интернет-магазина. Высокая посадка у наших брючек, смотрите, она. Плюс лампасик. А лампасик, хочу сказать, что не будет никаких проблем при стирке и осыпании. Здесь идет у нас не напыление золотое, это у нас идет люрексная нить плетеная, такая слегка бархатистая. То есть он всегда сохранит свой блеск. Крэш-эффект бархата и стрейч внутри нашего материала позволяет быть гибким и эластичным для вас. А вот как раз именно крэш-эффект дает такое легкое мерцание и работает как камуфляж для удаления всех нюансов на типах фигуры. Ой, слушай, как же мне нравится сегодня такой костюм «Бархатная песня», да? Вот у меня даже не поворачивается язык сказать, что это спортивный костюм. Это же не так, да? Спортшик – это та история, когда вопрос спорта и классики был объединен и полностью, как говорится, его стерли. В нашем костюме вы можете выглядеть элегантно, как в спортивной обуви. Так вы можете добавить сюда каблук. Почему? Потому что этот костюм, да, он построен по лекалам спорта, но блестящие лампасы, эластичные паты по рукаву, эластичная лента по зоне талии, которая, кстати, позволяет сформировать фигуру или форму нашего бомбера, такой, как вы хотите. Можно положить на бедра, можно его подкрутить и сделать достаточно более зауженным комплект. И, конечно же, безусловно, это красивая птичка, которая нанесена на грудь. Это вышивка.
которая была нанесена золотыми нитями на сеточку, плюс добавлены вот такие красивые крупные пайетки, которые делают такой эффект чешуи, да, то есть это 3D-эффект. И самое главное, что эта вышивка нанесена на сетку и только потом перенесена на бархат. То есть из внутренней части, я вам потом это покажу, там нет никаких швов, что не дает вам дискомфорта и не будет вопросов, а будет ли тереть или колоться. То есть получается, что такой костюм будет доставлять мне не только тактильное удовольствие, но и, конечно, зрительное удовольствие для всех тех, кто любит меня, да, для всех тех, кто видит меня, для всех, кто меня окружает. Это действительно очень важно, знаете, да, и Лена, смотри, это же костюм двойка, это значит, его можно носить как готовое решение, уже комплектованное, да, только добавьте сумку и обувь. Так. И, конечно же, два всегда лучше, чем один. Это значит, можно его раскомплектовать. То есть наши брюки, лампасы сейчас модные, бархат, это тренд сезона. Можно, к примеру, добавить, вот как у нас здесь, видите, мы добавили нашу футболочку, и у нас совершенно получился более разряженный такой комплект. Мы можем вместо нашей футболки добавить сюда более шифоновую, элегантную блузу, накинуть на плечи только бомбер, одеть каблуки, мы будем выглядеть как на ковровой дорожке. Да. И ты знаешь, что тоже очень важный момент. Вот сейчас все наши размеры горят в красном цвете, а значит, вам просто нужно успевать. Это эксклюзив, это бренд Benitra Bini, это то, что сейчас носят звезды шоу-бизнеса, тем более с нами сегодня работает Комбедров Микола, а он прежде всего, во-первых, ты отшил несколько своих мужских, женских коллекций, во-вторых, ты работаешь постоянно на гастролях, тебя невозможно здесь застать в Москве со звезды шоу-бизнеса, бизнеса, актрисы, певицы. И именно, знаешь, как говорят, вот Бамонт, но сегодня Микола Комбедров... Сегодня вы мой Бамонт. Да, причем я вам самое лучшее. Это для меня не секрет, да, я очень люблю именно работать с обычными дамами, и давай разберем, наверное, именно вот комплектацию, да? Вот ты знаешь, только единственный момент, я тебе хочу задать вопрос. Вообще, если женщина с пышными формами, бархат, не будет ли он тяжелить, скажем, эти формы? Ну, если бы он был выполнен в таком пышном платье, как раньше носили в эпоху Ренессанса, то, может быть, он и полнил. Наш бархат именно встроен не в классический костюм, который, кстати, был бы тяжелым, а именно спортивный элемент. Бомбер по своей форме имеет свободный силуэт, за счет резинок он скомпонован, и, значит, здесь бархат работает именно на утягивание фигуры, но не на расширение. И, конечно же, вот давайте сделаем замеры, чтобы вам, мои дорогие дамы, было легко выбирать свои размерчики. Смотрите, по спинке 63-64 см. То есть достаточно такая сформированная у нас идет форма. Лампасики, которые идут по зоне руки, по зоне нашей кромки брюк. И, конечно же, сам лампас по зоне бедра делает наше бедро более зауженным. И вы можете обратить внимание, да, объемный бархат, помпезный костюм, но как наши девочки в нем выглядят стройно. Отлично! Микола, мы тебе сегодня безумно благодарны за такие коллекции. Итак, внимание, я напоминаю, сегодня костюм «Бархатная песня» представлен в двух вещах. Это бомбер и брюки. Это нежнейшие материалы. Это буквально ручная работа. Это изысканность и эксклюзивность. Будьте красивы, эксклюзивы.